У собственников жилья есть возможность поучаствовать в программе софинансирования. По условиям субсидия предоставляется из местного и краевого бюджетов управляющим компаниям, товариществам собственников жилья или жилищным кооперативам в размере 50% от стоимости ремонта. Также 50% должны оплатить собственники жилья. Таким образом, в прошлом году в Артеме привели в порядок 30 подъездов. Заявка вместе с документами подается в администрацию Артемовского городского округа, управление жизнеобеспечения. Кабинет 113 в рабочие дни. Перерыв с 13 до 14 часов. Подать заявку можно до 1 мая текущего года.